афганские войска и отряды полиции начали отступление из провинции Гельмент. Они не смогли оказать сопротивление отрядам талибов, которые уже практически оккупировали этот самый крупный регион Афганистана. По дорогам сейчас едет военная техника, за которой следуют машины с беженцами. Военные говорят о перегруппировке, о том, что скоро нанесут мощный контрудар. Но со стороны все это похоже на паническое бегство. Талибы уже полностью окружили крупнейший город региона Лашкарга. Мы смогли вырваться из города, когда талибы были всего в 10 километрах от нас. Я забрал с собой детей, потому что потом у нас бы уже не было ни единого шанса убежать. Контроль над провинцией Гельмент очень важен для талибов, ведь он находится на границе с Пакистаном. Здесь проходят важные для боевиков маршруты по доставке оружия и продовольствия.